Всем привет, ребят! Ну что, у нас очередной тест интересного героя. Это у нас будет Рино. Тоже топовая сборочка на деф. Решил его затестить и в планах в следующем показать вам Бигфута. Если да, пишите в комментах, какого героя вы хотите увидеть. Ну, в общем, вот такая вот у нас сборка будет на Рино. Сейчас я гляну, что там у меня по снаряге. На крит собран, то есть не уклонение, надо на него еще уклонение будет на роли, тогда он вообще будет имбом. Так. В общем, такая сборка, максимальный деф. Поехали, начнем. С рейдика. Так, отлично, у меня нету смотрителя, это радует. Ничего нам не будет мешать. Так, Анубис. 70 тысяч от хил. Смотрим, что у нас. Так, Фрейка. Вот, в принципе, 270к проскакивает. Ну, как видите, немало. Но смотритель там, смотритель очень много дамажит. Это единственное, что нельзя полноценно тестировать из-за смотрителя, поэтому я решил все-таки, думаю, в планах качнуть второй аккаунт. Видите, смотритель дамажит сколько. Ну а так, по сути, он держится. У него 40к, 190. Это другие герои пробивают. Ну, такое. Махатма, мне кажется, поярче будет. Можем, кстати, Махатму поставить сюда еще. Для теста. Она вообще бешеная получилась у нас. Так, где ты, бабулька? Вот она. Так, на нее мы поставим... Так вот. Не ангела, потому что ангел будет там. Поехали. Смотрим Рину. Ну вот Фрэнки бьет. Посмотрите на урон Фрэнки. 1000. Огник там тоже, в принципе, очень круто. Максималка, смотрите, сколько он урона выдерживает. Это просто жесть. 1802. Ну, смешно, конечно. Если кинуть сюда ворожея. Ну, ворожей. А, и ворожей не успел включиться. Тут смотритель. Так, а ну-ка посмотрим на бабульку. Ну, бабулька просто нереальная, ребят. Да, у нее от хила меньше, но она, посмотрите, что она делает. У нее нету стан. То есть у нее иммун к стану, и вот это реально спасает. А вот смотритель, смотрите, сколько смотритель нам урона нанес. Круто. Нереально круто, бабуля, в общем, самое имбовое получается с этой троицы. Рино тоже хорош, в принципе, любой герой хорош. Все зависит от того, где вы будете его использовать и какие противники. Но, как видите, такая сборка для героев на сегодня реально очень крутая. Мы еще потестим немножко другой вариант. Потестим огненную. Вот опять смотритель ударил 500. Ну как так? 500к, ребят, бьет смотритель. То есть, по сути, все сводится к тому, что сам смотритель реально мешает всему. То есть он реально портит все. Какая бы у вас прокачка ни была, смотритель просто унижает противоположную фракцию. Так, поехали еще разок. Смотрим. Так, Роза. Опять смотритель ударил. А Роза, кстати, процентуально снимает по 100. По 100к снимает, немало. Так, хорошо. Поехали на подземочке. Мне интересно посмотреть, что же будет на седьмой кошмарке. Вот видите стан, но малышиники ничего не могут сделать, просто ничего. Это смешно, если раньше тут, я помню, мы заходили, забегали, нас просто стычки только фухи снесли, то сейчас, как видите, герои уже дошли до того, что просто, ну, себе выпустил героя, можно поставить цепелина и себе стоять.
3700, но он никуда двинуться не может. Поэтому здесь Махатма намного ярче будет. Конечно, бабуля отрабатывает. Нереально, я вам скажу, она мне все больше и больше нравится. Так, ну Рино, как видите, ну вот из-за того, что у него дефа, ну он сейчас, кстати, как танк. Неплохо они вдвоем справляются. Но от хила тут немерено. Блин, конечно, жестко. Разница видна, да? Что такое Махатма, которая имеет еще деф дополнительный, и что такое Рино, который вроде казалось бы танк, там мега-танк. Пофиг. Бабулька, в общем, тащит. Так, окей. То есть, в принципе, как и все герои, он не проседает здесь. Поехали дальше, поехали на арену. Так, уберем мохнатку. Уберем мохнатку и сам его обратно поставил. Так, где там наш Рино? Вот смотрите, смотрите, сколько. Так, в принципе, дамага держит он. Но мне кажется, Махатма явно получше была. Сам по себе Рино, я вам скажу честно, герой. По сравнению с другими уже не тот. Но в определенных ситуациях он поможет команде. Это именно командный герой, который будет тащить в команде соло. Он не настолько имбовый. Вот сейчас вот неплохо вроде. Не пробивает его так. Вот смотрите, он своей фракцией противоположную нормально шатает. Ну, тащит. Рейка. Райка ничего не может сделать, офигеть. Вот видите, красный смотритель, он не столько дамажит по нему, то есть, соответственно, он себе может нормально себя комфортно чувствовать. Ну, Фрейя бьет по 40 тысяч. Не знаю, там, 10-й скилл, правда. Может и меньше, но 10-й, думаю. 83к отхил. Он по чуть-чуть Фрейю мог бы вынести. А может и вынесет, сейчас посмотрим. У него, как видите, отхил в секунду. У него нет полученного урона. Да, он ее вынесет. Бигфут в этом плане поживей будет по отхилу. Ну, вроде тащит. Критует. Если собрать его еще на уклонение, то в принципе будет намного круче сборка смотреться. Но я пока не хочу заморачиваться, это очень долго будет. Потом будет время, я это сделаю. Так. Так, в принципе, поярче будет, чем остальные сборки все, которые я тестировал. Еще надо будет, конечно, Лухненко плюс СО потестить. Так. Так, 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 так. Что там у нас на арене? Еще одна попытка. Отлично. Тут без вариантов. Тут его просто сейчас ушатали. Максимальные бафы. И, кстати, давайте попробуем против него. Против этих же. Интересно попробовать мохнатку. Вроде хорошая пачка. Ну, ее тоже, наверное, ушатают.
Должны, по крайней мере. Либо она убьется об хранителя. Ай! Никто не поменял. Да, тут от хила не хватит. Но все равно поэтому она лучше выдерживает. Так. Хорошо, с Рину разобрались. С Рину. Поехали на ЗБшку. На ЗБшку. Я посмотрю, что она нам тут скажет. Да, поехали. Что-то как-то вообще печально. Пропал он, просто пропал. Так, попробуем. Против огника, думаю, смысла нету. Просто вынесут на раз-два его. Так. Смотрим. Ну, такое, видите, вот он не тот герой, который особо дамажит. Вот совсем не то. Давайте даже попробуем на кого-то послабее напасть. То есть он командный более герой, то есть он включается. Вот когда в команде, да, соло, он... Это не убивашка, как некоторые герои. Не то. Такс. Видите, у него отхил в секунду идет. Если бы у него, как у Бигфута, был отхил, это было бы поинтереснее. А так у него отхил идет немножко по-другому, и все. Это все меняет. Такое, честно скажу, что-то не зашел мне. Чисто для команды, возможно, да, прокачать. Но так, я не знаю, я бы его, наверное, не качал бы. Так. Давайте еще попробуем тут. Без вариантов, думаю, тоже будет. Вот сейчас его только хлопнут, и все. Да. Хотя нет, еще держится там что-то. Посмотрите, нифига себе. Он еще там чуть кого-то не убил. Надо все-таки будет попробовать для него огненку плюс ИСО. Ради интереса. В общем, вот так вот, ребят. Пишите в комментах, кого вы хотите увидеть следующего на прокачке. Всем удачи, всем пока. Я побежал.